Привет, народ! Продолжаем с вами играть Crusader Kings 2. В прошлой серии забрали вот этот кусок земли, и почему-то здесь уже новый правитель. Я что-то не понял. Подох от гриппа? Да, пацанчик только-только появился на свет, и у него уже земля. Зашибись, идиотизм. Так, ну кому тогда теперь... Передать 33, 40, 18. Ну так. Чувак доволен, давай еще взятку. Будешь должен. Вроде молот. Правда, тот тоже был молот, но... Жопа вот такая вышла. Так, что там? Денег у тебя 330. Ну, теперь трать. И что ты хочешь? Придворную? Забирай. Я думаю, поразвивать пока лазареты. Особенно вот здесь, Сеут. А то постоянно болезни приходят нам из Амьяда. И ничего с ними поделать мы не можем. Поэтому надо бы сюда что-нибудь достроить. Здесь тоже скоро построится. Хорошо. 22 образованность уже. Что у нас там с технологиями? Строительство, наверное, прокачаем. Большие лечебные палаты, чтобы построить. И нам останется... Ну, до хрена еще останется. Ну, ничего. Тоже построим до 5 уровня. Чтобы уж наверняка болезни тут не ходили. А то реально надоело. 2600 монет надо накопить. Будет великий у нас госпиталь. Большой и толстый. Текст найти. Ну, опять денег придется отдать. Ищет. Ты охренел, блин, сраный декадент. Я ж тебя уже ломал. Так, 1000 благочестия. Что-то совсем мало. Престиж просто валит. Очень хорошо валит. Да. Народу много, но все такие. Так себе. Заколебали там. Узурпировать, уроды.
Вот ты охренела, дура. У меня, кстати, она в стрессе, надо ее подлечить. Так, и можно отправить даже на поиск артефакта. Даже не знаю, но она хорошими навыками обладает. Блин, жалко. Ну, в принципе, пофиг, что делать. В принципе, есть с хорошим управлением 20, можно будет ее взять в жены. На всякий пожарный. У меня сейчас первая жена. Ни о чем вообще. Ну вот так вот пей. Нехер было ерундой страдать. Так, чё у меня эта жена? Ужас какой. Ладно. Ничего страшного, если не будет он сильно размножаться. Ух, как с управлением-то у нас плохо все. Да че вы все такие тупые? Да и тут как-то не очень. Все слабое. Придется назначать того, кто есть. Ну давай тебя, раз ты так рвешься, изучай экономику. Семьдесят 3% влияния, охренеть. Мощный дядька у меня все-таки. Великий магус. Прикольно. Так, ну чё, надо бы накопить деньжищ-то. Там аж 2 с лишним тысячи. 2 600. Просто супер. Так, вассалы. Кто там у нас самый такой крутой, но плохо ко мне относится? В принципе, все неплохо ко мне относятся. Сюда я не вижу смысла отправлять советника. Так,
Что бы тогда тебе сделать? Скорость снижения угрозы. Так, сеять раздор, но тоже как-то не ахти это все дело. Так, войско у меня 14 тысяч. Ну, наверное, можно уже отправить чувака заниматься изучением технологий. Так, ну, сестру надо беречь. Она у меня самая лучшая пока. Пусть работает. Так. Заговор раскрывает. Ну, все, пока. Мечеть вот тоже мне принадлежит. Надо теперь города, наверное, потихонечку отжимать. Великий визирь поделился со мной интригующей находкой со время поисков. Он наткнулся на слухи о еще более редком артефакте. Если мы решили использовать эту новую зацепку, мы все еще можем использовать некоторые старые научные исследования и ресурсы, говорит Саллах. Поддохнет скоро. Так, первое расследование окончено, но некоторая прошлая информация все еще может быть полезной в новом поиске. До 61-го года, охренеть. Ну, ладно, давай. Деньги есть пока. Но сейчас я их потрачу. Накопится 2600. Поставим этот огромный госпиталь. Большие лечебные палаты, а потом крупный лечебный комплекс. Охренеть. Жесть. Ранен серьезно. Одноглазым стал. Так, это кто такие? Лазят тут. Рылая. Образованность никакая, а он вот так вот работает неправильно. Помолвка. Да, дочурка вообще никчемная. Почти 80. Так, действительно, стал на путь. Но зато блестящий переговорщик, да? Как бы он был еще серым кардиналом, было бы тоже неплохо. А он так себе. Да ё-моё, два раза бабки слил. Заманали. Наблюдать за небом опять. Нахрен.
Да нихрен. 1000, 7000. Ты вообще живучий дядька. Так, наконец мои гости здесь. После приятного обеда группа удалилась в мой кабинет. В течение ближайших недель мы с гостями согласовывались работать над общим проектом. И в этом нет никаких сомнений. Наша совместная изобретательность неизбежно должна привести к блестящему новому изобретению. Настало время раскрыть истинный. Военную машину. Так. Процветание наших земель и давайте процветание. И я что-то еще хотел глянуть. Так, законы, законы. Здесь все у меня. Здесь еще нельзя. Офигеть, 73-й год, он не доживет. Так, совет. Поднять, не поднять. Давайте поднимем немножко. С городов побольше денег может будет приходить теперь. Так, однажды утром, когда я вошел в лабораторию, меня встревожили голоса. Уважаемый Обри и Неофит Алим, активно жестикулируя над набором чертежей. Они не согласны с направлением проекта, утверждает более рискованный, но потенциально более полезный путь, в то время как Алим не хочет рисковать. Вы... Так, выбирайте осторожный вариант. Так. Как бы с Эмиром-то лучше дружить, чем вот с этим. Он пьяница. Этот-то более образованный. Посмотрим, к чему приведет данный выбор. Вот по 82 монеты уже. Я стараюсь сосредоточиться на своей работе, но это становится все труднее. Уважаемый и уважаемый никогда не согласятся ни с чем. Если один говорит одно, другой категорически с этим не соглашается. Иногда я не могу не задаться вопросом, одержимы ли они оба. Так, послушайте меня, друзья, конечно же, это разногласие между вами просто. Вы пытаетесь сделать так, вошли в мирную гавань. Шанс успеха 58. Довольно. Так, давайте попытаемся. Так, в то время как мои первые попытки примирения не привели к успеху, у меня произошел внезапный эмоциональный всплеск. Сильная реакция привела к тому, что уважаемый и уважаемый стали смущаться. Теперь, несколько часов спустя, они подошли ко мне, чтобы извиниться за их мелкие и незначительные споры. Так, я был объявлен победителем великих дебатов, продемонстрировав всем, что никто не обладает таким же знанием, как и я, или же имеет возможность изгладить аргументы, подобные моим. Излагать. Получить 1100 и получить престижа. Так, внук.
Да вы чё гоните? Ну давай я займусь воспитанием внука. Так, самое успешное событие. Так, изобретение, кульминация ваш... Так, я нашел великого сотрудничества, наконец завершено. Мы изобрели устройство, которое всегда указывает на полярную звезду, позволяющее ориентироваться, даже когда небесные тела закрыты облаками. Это, безусловно, даст преимущество нашим торговцам. Добавить магнитный компас, сокровищницу падишаха. Круто. Экономические баллы. Давайте поглядим. Так, магнитный компас. Прирост престижа, ежемесячное управление, образованность. По мере вращения этого красиво выгравированного металлического устройства, маленького устройства, крошечная металлическая стрелка всегда будет указывать на полярную звезду. Он может использоваться для навигации, даже когда звезды не видны. Так, ну и как его нельзя, да? Никуда. Так. По универсальной панацее. Образованность, здоровье. Великий падишах. Фрав Свен, да. Падишах, правда, у меня получился отличный. Но скоро он, наверное, уже помрет. Ничего с этим не сделаешь. 10 лет назад написали этот. А этот вот недавно. Только что буквально. Очень полезная тема. Еще бы артефакт какой-нибудь классный найти. Так, отлично. Так. Ты дурак, что ли? Чё за хрень? Чё за бред? Какой-то, блин, мечеть, непонятно. Хрень какая-то вдруг возникла. Зять погиб. Да, интересно, девки пляшут. Где дочка эта? Испания. Ну, давайте в Амиат отдадим ее.
Так. Ну чё, надо войско собирать, я так правильно понимаю. Где эта скотина вот сейчас пойдет? Война в поддержку претендента, цель Шоусен. Херня какая-то. Это вот он, да, по-моему, нам войну объявил. Тут вот у меня земли какие-то тоже принадлежат. Бред, конечно. Но ничего не поделаешь. Если что, сейчас мы посражаемся. Ну, наверное, оставим это уже, друзья мои, на следующую серию. Всем спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии. Всем пока.